Теперь, как у тебя есть не одна собака, а две собаки, расскажи для 10-летнего ребенка, что такое жизнь. То есть он же тоже может обещать, знаешь, обещать, ну, без представления, что это. Что это, когда у тебя есть вот собачка? Это сначала мучение привыкать к, приучать к пеленке. У нас очень долго привыкала к пеленочке Белла. Где-то 3 месяца мы мучились, я ночами не спала. Сажала все время на пеленку, потому что сразу, как только мы ее привезли, собака сходила в туалет на ковер. Приучали долго, смотрела разные способы. Кто-то говорит, надо всю квартиру пеленками застелить, а потом по одной убирать. Я это даже не представляла, как просто везде пеленки одни. И сажала через каждых 30 минут после того, как она поела, и ждала. И так все время было. Ночью тоже вставала, сажала ее на пеленку, со временем привыкла.